Пионерский проспект с его зелеными аллеями, тропами здоровья, где прописаны лучшие анапские здравницы – одно из главных достояний курорта. И городские власти выдвигают ультиматум заказчику – курортная зона должна быть восстановлена. Значимость федерального проекта не должна перечеркивать годы усилий сотен людей, создававших уют и красоту на проспекте. Требования муниципалитета предоставить график производства работ не слышат. Подрядчик сделал из этого тайну, скорее потому, что не укладывается в разумные для курортного города сроки. Мы говорим сейчас не сколько об асфальте, потому что асфальт, я понимаю, что когда мы прессуем, только после этого мы можем, и в том числе и зеленку, мы можем восстанавливать. Мы говорим о нарушении газонной части покрытия. Скажите, зима, я думаю, как бы газон сейчас не зачем? Да нет. У нас, значит, для того, чтобы восстановить это все, нам работу надо начинать в феврале. Гарантийные письма муниципалитет получил, но со сроками, конец июня, категорически не согласен. В середине мая Пионерский проспект наполовину заполнен отдыхающими. Да и сейчас там работают 8 круглогодичных санаториев. Дело в том, что мы видим, все наблюдаем, как они проводят эти работы, да? Культура производства работы. Я посмотрела, как восстановлено на территории «Жемчужины», как восстановлено на территории других санаториев. И теперь после этого, да, просто обещание его, что он просто восстановит, нас не устраивает. Замечания городских властей услышаны, заверила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Лолита Авдеева. Давайте создадим рабочую группу и все-таки от начала Пионерского проедем до конца и пройдем по всем болевым точкам. То есть услышат их заказчик, услышат их подрядчик, муниципалитет их озвучит. Мы присутствуем при этом. Выезд на Пионерский проспект с участием министерства состоится 8 февраля.